Один убитый, 97 госпитализированных. Таковы итоги столкновений демонстрантов с полицией, произошедших за минувшие сутки в столице Таиланда, Бангкоке. Сегодня власти страны сообщили, что участники антиправительственной демонстрации неожиданно открыли огонь по полицейским, пытавшимся их утихомирить. В результате стрельбы один служитель порядка погиб, еще 25 были отправлены в больницу с различными ранениями. Как сообщили представители правительства Таиланда, с этого момента они больше не рассматривают массовые протесты как мирные акции и начинают принимать жесткие меры для восстановления общественного порядка. Однако демонстранты обещают прекратить выступления только после того, как парламентские выборы, намеченные на февраль, будут перенесены, а премьер-министр Чинават уйдет в отставку.